ребята, всем привет. Всем, так сказать, доброе утро. Но с Нумасом ничего не изменился. Там еще поджаристый. Везде, короче, синяк обнаружил. Жесть. Где он тут? О, синячище. Просто огонь. Я не знаю, откуда он взялся. Короче, был этот санрайз у нас. На улице уже не особо холодно, но через часик должно быть получиться. Тут такой длинный рейл. Смотри-ка. Да, сейчас через часочек как раз солнышко все нагреет. И поедем на этот нарез. Начали плантация. Получит так, то есть простыни, у него этот плед, толстый плед. Тогда тепло, хорошо. Кондиционер тут вообще никак не нужен. На ночь. За что туалет шумел? То шумит, то не шумит, то сделаешь, то не сделаешь. Она льется, не льется, ведь. Работает, то не работает. Душ нагревается. Так он ничего не показывает. Так, нагретый, хороший. Все путем. Сейчас уже вставать. Так сказать, готовиться к бою. Приехали уже обратно 11 километров. Приехали начать на плантацию. Все, мы, ребята, думают, что понюхать. Какой синий понюхать? Или белый порошок. Или у кого понюхать? Да я тебя понюхаю. Нюхай его. Давай, нюхай его быстрее. Чем мы сюда приперлись? Нюхай друг друга. Красивый у меня нос, да? Нос красивый. Да, бля, такой же скорбуй. Да, ничего. Виски чуть-чуть. Посмотри, это чай собирали только маленький. Самый великий. Это 2 лис, 1 почка, 3 лис, 1 почка. Это самый хороший чай. Самый большой лис, это без собирали никус, горки. Зеленый чай, черный чай, белый чай, 1 кус. Разный процесс. Белый чай, сэр, собирали только почка вот это. Это сушит только солнце, без машин. Самый хороший чай белый. Okay. Зеленый чай, черный чай, набор дозов, разный процесс. Зеленый чай не ферментация, только черный чай. Это большой раз, зеленый чай, черный чай. Зеленый паром, кручевый, суши. Доза черный, белый только соус. Белый самая Палестина, без кислорода, без кофеин. Черный чай, кофеин, зеленый чуть-чуть кофеин. Это у нас зеленый. Это зеленый, это белый, серебряный. Это только почка. У белого кружки нету. Это все нету, это только соус. Потом упаковка. А, упаковка. Ни машин, ни ферментация. Это салатуй. Салатуй чай только разный плантация, разный вкус. Салатуй чай, белый чай, одинаковый процесс, сушат натурал соус. Без кислорода, без кофе. Это зеленый чай, ой, нету. Потом попробуем. Самый дорогой, да? Да, дорогой. Белый 2 варианта, серебряный, салатой. 50 грамм, 7 тысяч 500 рублей. 8 тысяч... 50 грамм? 7500. 7500. 50 грамм, да. Зеленый мне не понравился. И остальные тоже. Как я выгляжу? Заебись. Я помолчу. Как это, блядь, скажи мне. Киборг не был фильм, блядь, когда у него камера сбоку там. Универсальный сам. Вот что там, блядь, у них все еще в очках в шлеме.
автомату. Red tomato, please, 1 kilo. Жорки опять что-то обжаривают. Ну, приехали мы на эту станцию. Маста не видать. Билет на правую можно купить. Ну, вместе. Я фотку покажу. Скорее всего, там. Ну, кто-то до процента. Где народная тропа, надо посмотреть. Была железнодорожная станция, никак не мост. Поэтому сейчас ищем мост. Доехали, ребят, совершенно в другом месте. Был где-то в километрах в 7. Хотя можно было вообще по-другому добраться, в 13 километрах. И мы даже на байках сюда заехали. Вот оно. Правда, как потом спускаться на байках, это не совсем понятно, но попробуем. Вот туннелик. Что? Тоже ходит народ. Можно и пройти. Сейчас поиск как рванет. Не будет всем весело. Надо мосту, ладно, еще по бокам. А в туннельчике будет совсем весело. В общем, ребята пошли вот туда наверх. Нахера? Потом еще вот сюда вниз спуститься. Без пива на мост не приезжайте. Лучше вообще сразу охлажденно. То здесь он не продается вообще почти нигде. Вот у нас прям тут этот чаечек растет. Там где-то в 10-15-20 метрах дискотеки, бары, рестораны, короче, пивас тут есть. Слава богу, первый город, где есть пивас. Ну, кроме Коломбо, где в той стране. А так вообще нигде ничего нет. Просто жесть. Короче, у нас сани по комнате. Ребята вон там по комнате. Байки мы припарковали тут, здесь можем посидеть вечером. Кондеров тут нету. А 2000 местных это делите на 3. Койка есть, вентиляторы есть. Вентилятора хватит вполне. Потому что тут в горах не совсем жарко. Сортир, душ. И я. В общем, окей. И сегодня миссия пока выполнена. А завтра что-нибудь еще. Нам свечку принесли. Кому-то сегодня повезет свечечку. Это не свечка, это фонарь. Фонарь я не фонарь.
Зашли в другой бар. Там на оценку 10% берут. Хотя не знаю, как тут. Это 60. Смотрите, на чем он. А пришли белый ром. Он шри-ланкийский. Это что такое? Ротти. В роте? Ротти. Точно в роте. Вот она, ночная Элла. Ну как ночная? Еще 7 вечера. Еще на супермаркете. Давай, возьми. Чехло. Нужна. Батька, только щетка нужна. Жопу что ли чистить? Волчок. Волчок. Сука. А ему бардачок. Богатый. У кого бардачок, у кого волчок. У кого богатый. А у кого? Алкомаркет, это вот он, ребят, называется Ella View for Restaurant and Bar. Вот вот тут, за решеткой. Вот он. How are you, my friend? One sick. Up. Окей. Ребят, мы сюда. Все вместе. Давайте. Давайте. Всем на связи. Бай. Лайкос.